пришла в магазин. Дедушка, а расскажи что-нибудь из прошлого. Пошел нахуй. Ну расскажи. Ну ладно, слушай сюда. Давным-давно, когда я был маленьким, было вот так. Ты заходишь в ванну, открываешь кран с горячей водой, и он не делал вот так. А оттуда шла горячая вода. И мы мылись и мылись, сколько хотели. А не грели блядскую воду в кастрюле. Тьфу, блядь. По-моему, ты все выдумываешь, старый долбоеб. Прикольный канал «Антискука». Заходи, узнаешь все обо всем на свете.